Всем привет, подписчики! Сегодня проведу небольшую экскурсию по офису А4. Пока пацаны готовятся к съемкам, я все вам покажу. Ну, просто я подумал, что наши зрители должны знать все тонкости нашей работы. К тому же, сегодня у нас в офисе костюмированный день в стиле пиратов. Должно быть очень весело. Так, ну короче, нам туда. Вот тут мы снимаем, здесь у нас офис сценаристов, мы потом к ним еще дойдем. Давайте я вам покажу самый интересный офис продакшена. Там сидят продюсеры, художники, режиссеры и все дела. В общем, погнали. Ну вот, как я и говорил, все пираты. Как вы понимаете, я еще не переоделся, у нас съемка. Здорово, народ! Ну, видите, тут все заняты, даже никто не реагирует, некогда отвлекаться. Все-таки А4 продакшн, работа кипит. Все, бросаю вещи и иду гримироваться. Ага. Кстати, а где гример, ребят? Ребят, привет. Че, вы обидели, что ли? Мужик, это мое место. Не понял. Ладно. Че, пойду лучше к пацанам, они как-то поприветливее. О, здорово, Серега. О, привет. И тебе приветик. Это кто? Не знаю. А может, новенький какой-то? Ой, ну конечно, смешно. Серега, у тебя вообще что за прикид? Ты из деревни в этих штанах приехал? Это моя обычная одежда. Ну все, уже хватит прикалываться, че тут? Давай я вместо тебя поработаю. Ну вот, нормально. Ты что делаешь? Да ладно, Серега, ты что, просто прикалываться решил? Ты офигел, ты вообще кто такой? Ну, кто тебя пустил? Ну, вообще-то, если ты не знал, Серега, это наша общая комната. Слушай, ну это комната для актеров. Ну, так для актеров, а я что, не актер что ли? Давай, хорош прикалываться. Вообще, пранк не смешной, вот как обычно, реально, Серега. Слушай, ну, если ты новенький, эта комната для актеров. Мы тут гримируемся, снимаем ролики. Ты можешь, например, пока что сходить в продакшн. Там тебе место, может быть, заготовлено. Ага, ну ладно, очень смешно. Пойду пока лучше с Ладом поздороваюсь. А ты продолжай надеяться, что это смешной прикол. Какой-то наглый. Согласна. О, Владос, здорово. Здорово. О, чаечек. Здравствуйте. Фух. А что вы да себе... Да я просто сегодня не позавтракал. Сэндвич, кстати, я возьму, ты потом еще один схаваешь, окей? Просто сегодня эти пробки вонючие. Ну, подзастрял, опоздал, признаю. Так, извините, короче, извините, а вы не... Прикинь, я сегодня в офис захожу, а этот кучерявый, ну, Серега, всех подговорил, меня сегодня не узнавать, прикинь, я в шоке. А вы артист, клоун, на роль какую-то пришли? Ты тоже туда, да? Очень смешно. Сразу говорю, сэндвичи не очень. Молодой человек. Ну, подожди, ты реально тоже решил подыграть Сереге? Это не смешно. Так, я реально не знаю, кто ты такой. Чё? Чё орать-то? Ты, наверное, кабинетом ошибся. Просто уйди, не мешай мне работать. Ещё-то важными делами занимаюсь. Ладно, шутники. Куда вообще охрана смотрит? Чё за бред? Не, ну молодцы, конечно. Хорошо придумали этот пранк. Я даже почти поверил. Ну ничего, я сейчас придумаю, как их расколоть. О, Риви пришла. Привет, ребята! Наверняка они сейчас тоже ее в курс пранка ведут, и она тоже что-нибудь выкинет. Я должен подготовиться. Узнать, что именно она будет делать. Сегодня все просто, ребята. Садимся за стол и снимаем ролик про еду. Сейчас привезу там продукты, там листочки напечатают. Ну все понятно. Слушай, а правила какие-то или что-нибудь там будет? Да не расслабься, там вообще по ходу просто ешь, комментируешь. Там ингредиенты будут интересные, поэтому там слова сами рекой потекут. А после этого там еще какой-то челлендж. Надо в расписании глянуть, не помню какой. Ну там тоже простенький, не волнуйтесь. Мы же профессионалы, разберемся. Ну да. Странно, про меня ни слова. Может, они меня заметили? Эй, ты, одноклеточный, ты чё тут расположился? Здорово, клоун. Пацаны решили надо мной приколоться, я думаю, как их раскусить. Следишь, что ли? Да, слежу. То есть ты какой-то ноунейм? Я? Решил делать за меня работу. Ты эту сосиску убери, какой еще ноунейм? Ты офигел, что ли? А ну-ка давай брысь отсюда. Да ладно. Псина шелудивая. Офигел. Пошел. Ты вообще думай, как с клоуном разговариваешь. Бегай, что ли, быстро, а? Напоминай, следить за ребятами обязанность клоуна, то есть моя. А ты вообще кто такой? Ты чё, вообще что ли офигел, клоун? Ты знаешь, кто я? Я Глент, я снимаюсь на канале 4 вообще-то. Или ты с ними тоже в сговоре? Снимается с ребятами, тут только клоун, понял? Фантазер, фанат что ли? Ты какой я тебе фанат, ты чё, меня не помнишь? Коробки там, пранки, сколько вместе снимали? Снимали вместе, но не с тобой, а с ребятами. Давай, катись колбаской по малой спаской, всё, кыш. Кыш! Да ладно! Кыш! Не ори! Это вообще ни в какие рамки не лезет! Это бесит, понял? Сумасшедший какой-то! Так странно себя ведет! Ужас! Так, что у нас по расписанию? Ага! Слежка за ребятами! Следить он вздумал! Гадкий блокнот! Готовится к съемке.
Риги, на грине. Может, для девчонки отдельный ящик в розовый покрасить? Хорошая идея, клоун. Ты, как всегда, на высоте. Нет, Серега, не делай этого. Блин, как этот стул настраивается? Слушайте, а прикиньте, сегодня приходил какой-то в офис странный чел. Пока меня гримировали, он подошел, что-то начал надо мной угорать там. Хотел меня подпудрить, как будто мы друганы. А, такой молодой, в таком дурацком свитере. Там еще написано, да, что-то. Да. Он вообще зашел ко мне, как к себе домой. И думаю, ел. Я думал, ты знаешь, кто это. А может быть, он вас реально знает? Ну, или просто какой-нибудь новенький, перенервничал и просто так себя ведет. Да не, я бы с таким типом точно не дружил. И тем более, я бы его запомнил. Тоже верно. Так. Так, ну, у меня все отрепетировано. Че, я тоже готов. Я? Да, все, ладно, браво, признаюсь, вот это лучший ваш пранк. Вот по масштабам так точно. Вы реально всех подговорили, подготовили. Даже клоун типа не знает, да? Где четвертый стул? Это вот он самый. Да, это я. Вы что, вообще офигели? Еще и втихаря меня обсуждаете? Выдохни, не нервничай. Мы не понимаем, кто ты, что тут делаешь. Тут быть не должно. А, понятно, сарказм, да? Если вы тут подзабыли, я работаю в А4. Ребят, я же говорила, новенький. А ну ты, может, недавно здесь? Мы тебя еще просто не знаем, не видели. Извини, справимся, не надо нервничать. Иди к своему там начальнику там. Какая у тебя вообще должность? Как зовут? Угу. Раз так, да? Уже даже интересно, насколько далеко вы зайдете. Меня зовут Глент, я должен с вами сниматься. Ребят, видите, все нормально, это просто массовка. Привет! Я? Массовка? Вы что, офигели здесь все? Все, тихо, успокойся, Глент. Люди какие-то неадекватные попадаются. Как ты меня назвал? Глент же зовут его. Глент? Куда я знаю? Придумаю тебе. Какой Глент? Хлеб, Глеб, кто ты там? Какой Глеб? Кент. Вы что, прикалываетесь? Слушай, будешь дерзить, мы тебя выгоним сейчас. Я Глент. Ладно, слушай, ты, если там с нами все-таки работаешь, да? Конечно. Давай тогда работать. Погнали. Кофеек принеси нам. О, да. Кофеек, кофе. Да, а мне апельсиновый сок. Вы что? Ну, а что? Работаешь же? Ну ладно, хорошо, я все принесу. Не, надо с этой поговорить. Ну, с девочкой, которая ищет нам сотрудников. Тест, может, какой-то на адекватность надо, чтобы проходили. Да, и вообще непонятно, что он обиделся. Из-за имени? Или что мы его кофе попросили принести? Ладно, кого только не встретишь, ну. Шел, хамит, ну так вообще дела не делаются. Кстати, ребят, надо же это настроиться на ролик. У меня есть кое-какое видео. Очень интересное, точно поднимет нам настроение. Сейчас вам все покажу. Оп. О, смотрите. Передаю привет Владу А4, его команде, его подписчикам из космоса. Ваши ролики смотрят даже в космосе, на орбите. Классный контент. Смотрите, сейчас еще планшет полетит. Молодцы, так держать, ребята. Ребята, это так круто! Слышали, да? Привет с космоса! Для нас, для нашей команды, для наших подписчиков! Круто! Из космоса, что? Вы, кстати, ребята, если тоже хотите видео из космоса посмотреть, как они там едят, как спят, как тренируются, у этого космонавта есть свой ТикТок. Я вот эту ссылочку в описании оставлю. Там, правда, очень интересно. Супер круто. Посмотрю. Просто привет нашим подписчикам и нам из космоса. Кофе им, значит, захотелось, да? Без проблем, будет им кофе. Я вам такой кофе сделаю. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Не знают они меня. Кофеек, ваш кофе Серхио. Ваш кофе Владислав. Держите, вот-вот, ваше кофе. И теперь погнали. Фирменная приправка в виде соли. Стоп, Серхио, это вам. Ага, немного перца. Хватит. Кофе готов. Ага, Риви там хотела апельсиновый сок. Сейчас, водички попьет, ничего не станется. Готово? Ну, ладно, она мне ничего не сделала, поэтому ей воду солить не будем. Хотя, ладно, она же подыгрывает пацанам, поэтому немного посолим. Считай минералку. Такс. Ваш апельсиновый сок и ваш кофе. Погнали. О, дамы и господа, ваш кофе, многоуважаемые, ваше величество, ваше кофе. Слушай, я тут у ребят из команды спросил, ну, кто ты? Ну? И тебя никто не знает, тебе нужно уйти. Все, этот пранк уже себя исчерпал, ребят, я вам сейчас просто легко докажу. Смотрите, захожу на канал, ага. Пожалуйста, вот. Да. Вот, любую картинку для ролика посмотрите, ну что, видите? Тебя нигде нет. Подождите, как это нету? Хорошо, ролик с «Жигулями», помните? Мой любимый, смотрите. Опс, ага. Ну вот, пожалуйста. Да, мы снимали. Ну, ты сам посмотри, нет тебя. Да как, слева? Слева. Ну, ты реально проверься. Вот, и сгорел и ролик. Я на диване. Ну нет, у тебя.
Или ты, может, ты гориллой был? Нет! Вы что, прикалываетесь? Ну, ты не пойдешь? Я никуда не уйду. Выносите. Что такое? Шевели давай своими булками. Ну все, сегодня тут всякие. Готовься искать новую работу. Я пока что-то не понял, что происходит, но ты свое получишь. Офигеть, что тут происходит вообще? Меня что тут не существовало? Все обо мне забыли? Блин, надо как-то снова попасть в кабинет к пацанам. Здрасте, Степан, на собеседование? Да, Степан, на собеседование. А вы Юля, да? Вы сотрудников В4 ищете, да? Да, верно. Ну так я на собеседование. Пойдемте? Пойдемте. Кажется, я нашел способ попасть в кабинет пацанам легально. Как вас зовут? Меня зовут Глен. Ну, то есть Степан. Вообще меня называют Глен. Ну, давайте пробежимся по стандартной анкете. Давайте, даже интересно, что там. Откуда вы узнали про 4 продакшн? Откуда? Ну, часто смотрю, там крутые вот 3 парня и девчонка. Вы что-то путаете. 2 парня и девчонка. Как это? Там же третий был такой высокий, вот стройный. Это, наверное, вы что-то путаете. Так, понятно, за ребятами не следите. Я что, не существую, что ли? Я сейчас реально в это поверю. Что, простите? Ничего. Так, расскажите, что вы умеете? Ну, опыт съемок у меня огромный. Даже свой канал на YouTube есть. Отлично, значит, разбирайтесь в контенте. Это неплохое преимущество. И последний вопрос. Вы готовы ездить весь день с ребятами и проводить с ними всю съемку? Ну, конечно, это очень привычная для меня работа. Слушайте, вы мне так понравились, Я могу вам сразу предложить работу. Да? Круто, давайте. Вакансия, на которую вы откликались, ваша. Вы водитель. Подождите, кто? Водитель? Ну да, ездить с ребятами на съемки. Весь день проводить с ними. Подождите, я что-то не понял, что тут вообще происходит? Вы что, офигели? Какой водитель? До свидания! Водитель! Они вообще краев не видят. Как такое вообще может быть? Это не может быть реальностью. Точно. Я понял. Ну, конечно. Это не может быть реальностью. Это не на самом деле. Я просто сплю, да? Вот это я тормоз. Ну все, давай, просыпайся, Глентик. Поехали. Я все еще тут. Может, слабо ущипнул? Да, надо умыться холодной водой. От этого я точно проснусь. Не помогает. Глент, думай, как еще можно проснуться? Так, Глентик, нужно проснуться. Кофе, точно. Нужно выпить крепкого кофе. Такс. Еще. Давай, Глентик, раз, два, три, просыпайся. Не помогает. Это потому что кофе с водой разбавлен. Сейчас я свежее скушаю. Ну и гадость. Все равно не просыпаюсь. Ладно, есть еще один способ. Самый экстремальный. Блин, всегда боялся попасться на эту ловушку во сне. Но другого выбора нет. От позора, конечно, потом я не отмоюсь. Но что поделать, если надо описаться, значит надо. Капец, я реально не сплю. Что за фигня? Меня не существует В4. Так, ну все, Влад, давай, соберись. Ну, настройся, погнали. Да я не знаю, да вообще атмосферка какая-то не такая, не знаю. Да все хорошо. Может быть, дело вот в фоне. Он у нас обычно какой-то яркий, такой необычный. А сейчас посмотрите, стена эта облезлая. На полках все это одно и то же. Слушай, Риви. Да? А давай ты это, на склад сходишь, там, посмотришь какие-нибудь прикольные предметы. Я? Ну да, ты там, девочка, красиво все организуешь, обустроишь. Я уверен, все получится. Ну, окей, без проблем. Сейчас я 2 минутки, я тут прям мигом. Супер. Чего их не хватает? Слушай, шутки. Нет, с этим проблем нет. Может, это мы давно не просили там подписчиков подписаться на канал. Слушай, как-нибудь креативненько надо как-то вот про маму там. Нет, а может, слушай, про папу? Ну, никогда, кстати, не делали такого. Папа тоже важный член семьи. Ну, типа, вы тоже будете папой когда-нибудь? Подпишись, чтобы не получить леща от бати. Блин. И здесь меня нету. И тут, и тут. Блин, вот так задание. Что мне вообще найти для этого фона? О, тебе помочь? Да не, вряд ли ты мне поможешь. Тут по работе такое дурацкое задание. Да какое там задание? Я вообще совсем справлюсь, я очень толковый. Да мне тут мальчики сказали помочь оформить фон в студии. Так я же художник. Че, реально? Да. Все, погнали на склад, я все помогу, соберу. Ты знаешь, где склад? Ну, я видел, догадываюсь. Да ну блин, я не знаю. Да там вообще все проще простого. Там бриллиантовую кнопку на фон поставим, свет возьмем цветной. Я уверен, у нас все получится. Пойдем, пойдем. Окей. Почему ты бежишь? Потому что. Ничего себе.
Нравится? А, блин. Вообще огонь, свежо. Классно. Я очень старалась, но на самом деле мне немножечко помогли. В смысле? Кто? Ну, помните тот парень, который еще тут был, его охрана увела? Ну, я его встретила, и он мне помог. На самом деле он реально шарит. Смотрите, это вот он все придумал, реально. Еще не понимаю. Странно. Мне он вообще показался каким-то неадекватным. Ну, может быть, он просто переволновался. На самом деле он мне все реально объяснил и помог мне. Может, дадим ему шанс все-таки? Ну, я даже не знаю. Такой странный чел. Ну, на самом деле неплохо, неплохо. Ну, пускай, может, хотя бы на складе поработает. Ладно. Ребят, супер, я ему пойду скажу. Я думаю, он реально обрадуется. Ладно, это, надо на ролик настраиваться. Да. Клиент, слушай, у меня очень хорошая новость. Во-первых, не клиент, а глент. Сколько можно повторять? Ну, сори, блин, я к имени еще не привыкла. Чё за новость? Давай, говори уже. Пацанам зашло наше оформление, да? Да, вообще, все просто супер. Твой свет просто пушка. Слушай, я тебе так благодарна. Да ладно, не за что. Обращайся, если что. Так вот, слушай, у меня и для тебя хорошая новость есть. Я уговорила пацанов, чтобы ты был в команде А4. Да ну нафиг, да. Наконец-то. Как старая добрая, давай, погнали. Когда съемки? Я готов. Через полчаса мотор. Продюсеры дадут тебе список вещей, и ты иди на склад, ищи их. Зачем? Я же актер. Куда искать-то? Ну нет, ты что, пока с реквизита начнешь? Ну это не сложно, ты что боишься? Ты что, не рад, что ли? Да нет, я рад. Ура! Я художник в А4, это очень круто. Ну что, ты дорогу на склад сам найдешь? Да, конечно, найду, все круто. Я в уборную на пару минут. Давай. А, чуть не забыла. Да? У нас же сегодня костюмерный день в стиле пиратов, ну ты, наверное, заметил. Да. Так что ты не забудь переодеться, у нас там много всяких прикольных штук. Да, персонажи вот не переодеваются, круто вам. А я буду пиратом. Да ты классный пират. Очень вообще мне. Шлепки майонезные, креветки недоваренные. Один кучерявый, второй волосатый, третий просто капец. Меня на склад отправили. Вы что, обалдели? Да я персонаж. Персонажище на канале А4. Я даже не знаю, что с вами сделаю, гады позорные. Ладно, надо успокоиться, ничего страшного. А, кто бы сомневался. Опять ты. Чувак, ты мне уже надоел. Обзывать пацанов это тоже моя работа. Блин, ничего, вообще ничего нельзя, что ли? Ну почему же? Я слышал что-то про склад. Вот и готовь штуки для ролика или чем ты там будешь заниматься. Че ты, блин, мой хлеб ешь, а? Я тебя по-хорошему предупреждаю, желторотик. Да понял, я понял. Еще раз ты будешь воровать мои фишки, я тебя запру в свинцовом ящике. Навечно. Понял уже. Извини, не знал. Когда меня вспомнят, обязательно обсужу с парнями, чтобы больше его никогда не снимать. Ну, точнее... Да, так и обсужу. Он меня не слышал. Капец! Докатился! Я теперь вообще на складе работаю! Баскетбольный мяч! Где мне найти баскетбольный мяч? Офигеть, еще и склад такой огромный. О, нашел! Отлично, идем дальше. Манекен Герман. О, вообще должен быть очень глубоко. Давай, давай, сюда. Папка. Ну, что за папка-то? Написали бы там красная, синяя, желтая, черная, зеленая. Я ж не понимаю. Тут этих папок будет полно. Ну, хотя все и не так плохо. Я снова участвую в работе канала А4. Эх, не так я хотел этим, правда, заниматься. Где там папки? Папки. Так, что там еще? Старый телефон. Тук-тук. Можно? Да, привет. Че, решила мне помочь? Ну, если честно, то я за советом. Так, а каким это еще советом? Просто мне показалось, что ты так во всем хорошо разбираешься. Может, ты мне поможешь? Ты знаешь такую игру «Валец голова»? Ну, конечно, я ж профессионал. Ты что, хочешь сыграть? Да, блин, я просто постоянно проигрываю, а пацаны такие больнючие, фуфан дают. Это да. Ну, вообще там ничего сложного нет. Если хочешь выиграть, играй с Серегой. Хлопаешь, и он постоянно смотрит вниз. Ну, или налево. Все, вариантов других нет. Оп. А сама всегда смотри наверх. Серега редко туда показывает. Чаще всего чередует лево, право и низ, 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 низ. Ну а по поводу фофанов, другого света, как научиться бить сильнее, у меня нету. Реально, тренируйся. Слушай, а как тренироваться? Давай ты мне научишь. Это ты по адресу. Не-не-не-не, тренируемся не на живых людях. Как понимаешь, кладовщик из меня так себе. Ну, да, я заметила. Ну вот голова, например, Сереги или Влада. Ставишь руку, чтобы она нормально прижималась. Напрягаешь средний палец, натягиваешь и отпускаешь. О. Звук должен быть таким тупым и очень сильным. Давай попробуем. Давай. Это слабо. Надо напрячь палец и до последнего его не отпускать. Ладно, сейчас. Так, угу.
О, это уже нормально. Ну, теперь твоя задача это угадывать, куда показывает Серега, выигрывать его и давать фофаны, чтобы он первый сдал. Блин, спасибо. Да, не за что. Бам. Все, я тут работаю пока на складе. Ну, хорошо, давай, давай, успехов. Скучная работа, я бы, конечно, поснимался с удовольствием. Так, что у нас там дальше по списку? Ё-моё, сколько времени? Обалдеть, я уже опаздываю. С остальными штуками для ролика что-нибудь потом придумаю. О, пришла отыграться? Ну да, давай. Ну, конечно, даешь. Так и быть, в этот раз буду слабенькие фофаны давать. Все, поехали. Неплохо. Ну ладно, давай. Так, ну давай. Ладно, все, еще один раз у тебя получилось. Ну как? Не слишком больно, я там... Да нет, нормально. Да даже, в принципе, не почувствовал. Ладно, давай еще раз. Давай, давай, давай. Упс. Давай, 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 иди сюда. Че? Ну так, это какой-то баг, слушай, нет. Давай, давай вот в этой стороне уже, ладно? Ну, совсем не сильно. Слушай, сколько там время? Слушай, у меня как-то времени уже нет играть. О, я все собрал. Так, ага. Это своевременно. Все есть. Где ракетка? Как где? Вот, что ты не видишь, что ли? Так это для маленького тенниса. А нам нужно для большого. У нас же челлендж ударом нарезать помидор. Как я это нарежу? И вообще, где помидоры? Я, походу, перепутал. Сейчас я быстро в магаз сгоняю. Все будет, все. Да не, все, сиди уже. Сейчас что-нибудь с этим придумаем. Но у меня есть прикольная идея. Вот, с баскетбольным мячом и стаканчиками. Во. Так, расставляем стаканчики. Ага. Так, а что дальше? Ну, 9 хватит. Ну, а теперь нужно на время смять все 9 стаканчиков мячом. Смотрите, как работаем. Так. Окей, так, засекаю. О, первый есть. Ага, у тебя еще 4 секунды прошло. Так. Во, результат, видали? Ага. Прикольно? Блин, ну, выглядит залипательно. Получается, у тебя осталось 10, 9, 8, давай, прыгай, 7, прыгай, прыгай, прыгай. 6, во. 5, 4... 3, 2, 1. Стоп! Ну вот такой вот челлендж. Блин, выглядит достаточно эпично. Конечно, нужно немножко доработать, наверное, там сократить время. Но идею, в принципе, прикольно накинул. Слушай, а не хочешь попробовать креатором поработать? Просто я вижу, с реквизитом у тебя как-то не очень стало получаться. А вот креатив твой пригодится. Я Владу скажу, я думаю, он против не будет. Я вообще с радостью. О, ну все, тогда кабинет показать. Да не, я там уже 100 раз был. Сегодня. Сегодня заходил, здоровался. Вот. Ну класс. Круто. Коробку унеси-то. Привет, я у вас новенький. А, новенький креатор. Ну да, меня ребята к вам отправили, сказали, что я неплохо накидываю приколов. Ну, тогда добро пожаловать. Бери стул, садись вот здесь. Ну, ладно. Вы лучше расскажите, что писать. Я могу написать вообще все, что угодно. Давайте мне любую тему, все, что угодно напишу. Слушай, это тебе просто кажется. Давай-ка ты для начала начнешь с челленджа. А, какой-то челленджевый ролик, без проблем. Ну, не совсем челленджевый ролик, а просто челлендж. И все? Да вы что, вот сколько крутых тем. Вот Серега на необитаемом острове 24 часа, Серега не ест 24 часа. Че, Серегу не любите, да? Да нет, с чего ты взял? Ну, как это? Вот Серега стал котом на 24 часа, потеряли Серегу в магазине, Серегу забыли в лесу. Да не, это ребята сами на себя накидывают, Серега больше всех. Ну, тогда что, я могу взять на себя Серегу, забыли в лесу. Я реально справлюсь. Слушай, это пока рано, это для профи работа. Ты вот челлендж хороший придумай, а если справишься, тогда будешь писать ролик. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Может быть, какие-то вводные для челленджа есть. Ребята! Опа! Привет! Всем привет! Слушайте, мы через пару часов челлендж снимаем. И вот нашли теннисные шарики. Можете что-то придумать с ними? Ну, какой-нибудь там челлендж, развлечение, не знаю. Шарики вот обычные, вот, каждому. Ну, только что-нибудь креативное. Ну, а не эти, попадать в цель. Ну, придумайте. И помните, слово «смерть» и «плохой сценарий» для вас это одно и то же. Мои ребята. Погнали, давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вообще изи, только я в коридор пойду, чтобы место побольше было. Это вообще легкотня. Мы столько с пацанами челленджи придумали. Тут обычные теннисные шарики. 5 минут и готово. Блин, Лен, подумай. Ну, я же не мог растерять свою хватку. Стакан, вверх ногами. Подбрасываешь и ловишь. Так как тут уже было и скучно. Это самое легкое, что можно придумать. А может быть, типа... Тоже фигня какая-то. А если с расстояния? Закатывать, как в боулинге. Бесит! Вообще реально сложно челленджи придумывать. Раз, два, три. Ебало! Есть идея для челленджа. А что если бросать мячики в стакан? И сколько раз мячик отскочил, столько баллов ты получаешь. У тебя 5 попыток. Можно бросить с одним отскоком и получить 1 балл. А можно бросить раз, два, три. И получить 3 балла. Гениально!
Ничего. Я не участвую все равно, я так придумываю. Если 7 раз. Раз. Клиент, прикинь, я такой прикол придумала. Сейчас пранкану кого-то из пацанов. О, Влад, привет, давай 5. Скри-скри-скри. Салют. Фу, это что? Ты что, Влад, это же мой пранк. Теперь у тебя тоже склизкая рука. Супер жирный крем. Как тебе? Живи, слушай, у тебя работы, что ли, нет никакой? Тебе не понравилось? Ну, слабовато пока. Ну, ничего, до пранков еще дойдем. Тренируйся там. На ютубе, может, что-нибудь посмотри, но тренируйся лучше не на мне. Ну, будет еще лучше в следующий раз. Да, надеюсь. Эх, дилетантка. Молодая еще, надо ее догнать. Погоди. Ты только не обижайся, но пранк вообще просто ни о чем. Че, правда? Блин, я заметила, что Владу вообще не понравилось. Это все прошлый век, если честно. Вот хочешь, я научу тебя как надо. Глент знает, что такое настоящий пранк. Давай. Без проблем, погнали. Начнем, пожалуй, с Лада. Примерно в это время он ходит кушать. Точнее, я так думаю, но он должен ходить кушать в это время. И как нормальный человек, он заказывает себе доставку. О, а вот и она. Слушай, какой мы пранк сделаем? Мы сегодня посадим его на диету. Это пранк? Да. Поняла. Снизу делаем разрезик. Блин, лучше, конечно, это ножом делать. Теперь переворачиваем и ждем. Слушай, а это не прибор? Поверь, мы и не такое делали. Ну, точнее, пацаны в роликах. Я все смотрел, я просто очень большой фанат. А. Но самое главное, после твоего прошлого пранка на тебя даже думать никто не будет. Супер. Ну и руки перед едой он точно будет мыть. А мы заклеим раковину, чтобы его брызгало. Ну подожди, он же весь обольется. Да? В этом весь смысл. Красава, ты его улавливаешь. Паем. Готово. Теперь займемся Серегой. Погнали. А этот тупоголовый не так уж и глуп. Пранк с едой неплох. Но запишу в свой арсенал. Потом скажу, что сам придумал. Порезать дно. А, мам, сюда. Ты серьезно, мужской туалет? Да, Серега в женский, по-моему, не ходит. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Итак, мы знаем, что он сюда пойдет, потому что он пьет много воды. Наверное, я так думаю. А если он много пьет, значит, много ходит в туалет. И вот, что у нас есть. Догадываешься, что мы сделаем? Пока, честно говоря, нет. Ну, тогда пойдем. Это мы наклеиваем на все кабинки, кроме одной. А ты пока можешь подумать, для чего нам сгущенка. Сгущенка в туалете. Чисто. Глен, да? А что если заменить мыло на сгущенку? Правильно, именно этим я и хотел заняться. Слушай, я гений. Да, можешь идти переливать. Так, мыло выливаем. Теперь сгущеночку. Все, полилась. Глен, а ты что там как? У меня все в полном порядке. Ох. Ну, это не прям слишком мощный пранк. Ну, Серегу взбесит. Пам-п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 ам. Готово. Ну все, теперь будем ждать, пока они попадутся. Ох, проголодался уже. Помоем руки. Че это было? Ты что, пранк какой-то? Не понял. Помыл руки, называется. Вроде все окей. Не понял. Пранковать с едой — это вообще бесчеловечно. Ну это по-любому Серега. Ты еще не в таком уровне пранков. Ну и окей. Пускай сам убирает. Серега, иди убирай. Та-да-да. Понял. Че, все кабинки закрыты? Ладно, хотя бы одна свободна. Тут. Блин, без телефона скучно, конечно. Так, ладно, все, пора заканчивать. Ну понял. Ох, ох. В смысле? Что за пранки? Че, пранки получше не могут придумать. Приколисты. Ладно. Так. Это мыло странное, не понял. Фу. Че он такое липкое? Фу, сладкое. Ты че, сгущенка? Кто это сделал? Блин, теперь все руки липкие. Мываться полдня. Блин, Влад, что за дела? Что за пранки? У меня руки до сих пор липкие. Ты что, сейчас шутишь? Это ты меня пранкуешь? Я? Я с тебя даже не поел. Да ты что? Нет, конечно. Это твоя отличная актерская игра? Или я не понимаю? Пранк со сгущенкой в туалете. Понимаю. Какая сгущенка? Парни, как дела? Что делаете? Прикинь, он меня пранканул и гонит на меня. Это ты меня пранканул и гонишь на меня? Подожди, а ты чего улыбаешься? Ну, да. Ребят, это я сделала. Ты?
Пранк над нами? Ну да, решила приколоться над вами. И вот это вот и с краном, и с едой. И в туалете тоже ты, да? Да, это все я. Представляете, мне пришлось даже в мужской туалет зайти. Слушай, ну молодец. Реально круто по сравнению вот с этим пранком с кремом. Ты вообще годнота. Растешь на глазах. Спасибо. Молодец, нормально держится. Давай, выдай шутку про пердеж, как я тебя учил. Кстати, есть еще один челлендж от нового сценариста. Показать вам? Да. Сейчас принесу. Ты совсем с катушек слетел? Нафига ты меня в свой кабинет притащил? Это чтобы нам никто не мешал. Да так, просто поговорить по душам. С чем с тобой разговаривать? А ну признавайся! Ты здесь, чтобы меня подсидеть, да? Да? Че, больной? Че ты за чушь несешь? Давай-ка пройдемся по денечкам. Сначала ты следил за пацанами, обзывал их, пранковал их. Весь чертов день занимаешься моими обязанностями. Да это не то, что ты думаешь, я Риме... Хватит мне тут в уши дуть, говори правду. Это и есть правда, ты осел. Ну ладно. Что? Давай развязывай меня, я домой хочу. Есть у меня на таких управа. Да все, хватит, я правду тебе сказал. Да хватит, пожалуйста. Тогда начинай говорить. Да я уже все сказал тебе. Ну ладно, я давал тебе шанс. Я им воспользовался, рассказал тебе все, что знаю. Отпусти, пожалуйста, это не смешно. Не-не-не-не-не. Еще раз спрашиваю, что ты здесь забыл, мальчик? Да я же объяснил тебе. Что ты здесь забыл, мальчик? Да я помогал Риме, ну не надо, пожалуйста, нет. Когда я освобожусь, тебе мало не покажется, ты же понимаешь? О, как страшно. Ты мне решил угрожать, да? Нет, я не угрожаю, ты че, я пошутил. А я не шутил. Чего? Да не, ну реально, ну хватит, клоун, это не смешно. Ты че вообще в этом кабинете занимаешься? Стоп. Нет, я все скажу. Я не знаю, как это получилось, но раньше я был одним из главных персонажей на этом канале. Меня зовут Глент. А сегодня я пришел, и меня вообще никто не помнит, даже ты. Меня как будто и не было тут, понимаешь? Я не знаю, кто это сделал и как это получилось. Ну, теперь моя цель заново попасть на канал к пацанам и девчонке. Правда. Ты что думаешь, я в этот бред поверю? Да как тебе доказать-то? Нет! Пожалуйста, нет! Да надоел ты орать уже, ё-моё! Надо добавить немножко музычки, а то твои вопли слишком громкие. Да что ты вообще хочешь от меня? Обещай, что навсегда свалишь отсюда и не будешь подсиживать меня на канале. Никуда я не свалю, это мои пацаны вообще-то и девчонка. Ну ты сам напросился. Помогите! Пацаны, смотрите, правила ну очень простые. У каждого 5 попыток. Что происходит? Что за музыка? И откуда играет? Кто в офисе врубает? Рабочее время. А, да еще так громко. Идем посмотрим. Что за бардак в офисе? Я понял, ты что? Я тут! Так, музыку вырубай! Клоун, ты что, офигел? А что я-то? Вы вообще-то все не так поняли. Мы же с тобой договаривались. Похищать только нас можно, нас. Вот, ребят. А ребята зачем? Вот сценаристов новеньких-то зачем? Он вырвал мне все волосы в носу. Я не могу. Он меня подсиживал. Чего он хотел делать? Ну, типа хотел его место занять. А тебе-то зачем место клоуна? Да нафиг мне его место! Тихо, эш, не бей, ты клоун. О, опять тут твои тупые выходки. Ты нам еще нового сотрудника напугал. Да вы не понимаете, он не тот, за кого себя выдает. А за кого он себя выдает, кто? Да он нифига не сценарист, он весь день следит за вами. Чего? Бред какой-то, я сценарист. Блин, я просто следил за вами, чтобы в команду попасть, чтобы там атмосферу понять, все дела. Ладно, ребята, идите, а мы с тобой попозже поговорим. Пацаны! Что, пацаны? Пацаны! Что, пацаны? Почему он, а не я? Иди сюда, крыса накрашенная! Тихо, хватит уже! Бесит! Давай, ты рассказывай, зачем следил за нами весь день? Я вам уже все рассказывал, я был участником на канале. Только вы меня почему-то все забыли, я вообще не понимаю, как это получилось. Да ладно, почему? Да это пранк был. Да я так и знал, блин, повел. Реально поверил. А как тогда вы с Ютубом сделали? Почему у меня нет ни в одном ролике? Че ты как маленький? Ты, IT-технологии, монтажеры, они там чуть-чуть подправили, почикали. Тебе на телефон что-то там скачали. Блин. Да и вообще, мы хотели, чтобы ты Риви поднатаскал там по Ютубчику, там по пранкам. Нормально справился, молодец. Клево получилось. Весело было. Перенервничал, блин. А клоун тогда че с катушек слетел? Этот? Ну че, Влад, вы закончили уже? Ящик клоун-кола где? Пришлось подкупить. Продажная голова. Ты это, потом зайдешь, там в офисе в полке нижней заберешь. Хорошо.
У меня все волосы из носа выдрал, вы че? Не, ну тебе надо было. Понял. Как-то все равно это неожиданно. Я устал целый день за вами бегать. А нам, знаешь, как тяжело было не спалиться. Всем продакшенам репетировать. Ну зато я теперь профи. Ладно, весело было. Все, я устал за сегодня, я домой. А это? Давай. Подвезешь? Лайки там. Ну подвези. Подписки. Спасибо за помощь. Комментарии, а?